Буэнос диас, братва. Ядерный рассветный заряд выше экрана, это значит, что я покажу вам одну крайне интересную фишку, которая а. позволит делать вам офигительно красивые скрины видов Цетуса, и б. позволит слегка попонтоваться перед друзьями до тех пор, пока вы не покажете им, как это делать. Итак, что мы будем делать? А мы будем запрыгивать вот на этот кусман моста. Потому что в кадре он очень сильно мешается, грубо говоря, и шарики эти тоже. А скринить или делать красивые фоточки с башней, ну, блин, не камильфо как-то. Ну и Цетус тоже видно получше. И у нас есть два метода. Назовем их, условно говоря, передний и задний. Так, начнем с переднего. Сначала буллетджампом запрыгиваем вот на этот кусок. Нам нужно оказаться здесь. Простым буллетджампом вы не допрыгнете. Вы пройдете ниже моста. Поэтому нам надо заскочить вот на этот шпиль. Потом одновременно надо нажать движение вперед и резко сделать буллетджамп. А потом, когда вы ударитесь в мост, нажать правую кнопку мыши и вперед плюс пробел. Но уже зажать. Чтобы начать запрыгивать по отвесному краю и впоследствии оказаться на мосту. Попробую показать. И оп. Чуть-чуть мне не хватило. Бывает, не с первого раза получается. В этом случае не отчаиваемся, просто делаем вот так. Блин, тоже бывает. Тут главное две вещи сделать точно. Попасть на шпиль и попасть на мост. Получается не всегда. Я не буду переделывать дубли, просто вот покажу мои попытки. Но с другой стороны, для тех, кто запарился прыгать передним методом, всегда будет задний. О нем мы поговорим чуть позже. Оп. Почти идеально. Главное не брать в центр, чтобы не удариться вот в эту консоль. И все, мы на мосту. До того моста вы не допрыгнете. Игра сделает черный экран, как при утоплении. И туда физически попасть нереально. Но поделать фоточку вот таким вот макаром вы всегда сможете. Какой-то новый необычный ракурс. Это раз. Ну и вот здесь тоже. Очень и очень необычный момент. Шарики, шарики, шарики. Как это мило. Но я же говорил про два метода. Поэтому давайте перейдем к заднему. А нам нужно запрыгнуть вот с этой площадки. Ох-ох-ох. Давайте начну показывать. С задним методом пропрыгивать проще, но прыгать придется больше. Дальше. Нам надо запрыгнуть вот на эту площадку. Ориентир вот эти вот два куста. Дальше тут с одной стороны мелководье, но... Раз. Тут главное не сорваться в воду. Как я и говорил, здесь прыгать больше, соответственно, и шанс облажаться тоже выше. Опять. Дойти можно, ну, приблизительно до куста. Дальше. Целимся в левую часть. Опа. Тут главное не перелететь и не запрыгнуть в воду. Дальше. Поднимаемся на самый угол. Целимся в правую часть, вот где вот этот нарост. Потому что за него будет банально проще зацепиться, если вы чуть пойдете низом. И повторяем то, что мы делали в переднем методе. Вот как раз я ударился в верхушку нароста, и я опять на мосту. И я опять на мосту. Я опять могу делать то же самое. Я, наверное, постою. Просто посмотрю, как люди на это будут реагировать. Вдруг меня кто-то здесь заметит и так далее. Я просто уберу лапы от клавиатуры. А вам спасибо за просмотр. С вас лайк, подписка. И не забудьте рассказать друзьям, а еще прожмите колокольчик. И до свидания. Увидимся на следующем... Чуть не сказал на следующем стриме. Увидимся в следующем видео. Адьос, братва.